Добрый вечер, друзья! Приветствует вас город Санкт-Петербург, принимает московских армейцев. У микрофона с вами за перипетиями 8-й Карина Блынская, номер 15-й Юлия Мясникова, номер 23-й Ника Белова, номер 23-й Мария Дегурова, номер 11-й Екатерина Сочнева, капитан команды. Наконец-то допущено максимальное по нынешним нормам и меркам количество болельщиков, это 600, ну и болельщики ЦСКА, которые... Команда Эстонии и... Первый матч Сочнева рвется вперед, прокидывает очень хорошо мяч и даст ли ей выйти Зенит. Видимо, такие картинку для нашего с вами эфира момент. Добивание может быть как-то не очень удачно. Тодуа и друг другу помешали. Тут еще и Юлия Мясникова оказалась и мешали этот удар наносить. Вот отсюда будет лучше видно. Нет, все-таки так врывалось. Разыграли футболистки «Зенита» мяч. И вот идет такой навес, но это может быть, да, в расчете на то, что падение какое. Ангине с мячом. Прокидывает дальше. Алексюк не успевает. И вот такой пошел по ЦСКА. Нет, показывает судья, что можно играть. И смотрите, какой курьезный эпизод с этим связан. Это, наверное, самый опасный момент. Вот так он возник абсолютно из ничего. И не было... Это мне так все показалось. Может быть, действительно просто не успевала. Удар и гол забивает ЦСКА. Вот так вот все просто, и Ангине открывает счет в этой игре, подача и точный удар в самый угол. Дегурова, не Алексюк, они сразу вдвоем в эту точку пришли, и вот так вот. Да, ЦСКА открывает счет, но, наверное, не скажу, что прямо ЦСКА подбираться. Да, уже не успела, и дальше досталось, конечно, в этом эпизоде Ольги Чернов с ней. Вот так вот обошлись, а футболисток Сочнева отдавала передачу, поэтому, наверное... Давала она даже больше такой пас вперед под занимание все на Машиной и Эвадо. А передача идет, проскочил. Чернова в центре внимания. Вели борьбу здесь. Ну, его не было, так что тоже. А удар Машиной рядом с гол. Посмотрите его на ютубе, кто не видел. Но в данном случае чуть-чуть не рассчитала. Гриченко. Синий. Ну и все. Друзья, первый тайм у нас на этом подошел к концу. Татьяну Морину. Вот, наверное, такую из Карелии. Ну и начали футболистки ЦСКА с центра поля. Я тоже клубной пресс-службе по поводу того, как восстанавливается. Подсмотрел у Магнусона. Ух, какой момент может быть сейчас. И... Было столкновение на Ангине. Ангине скидывает. И можно Черновой попробовать навесить. Она это и делает на дальнюю штангу. Какой удар. И браво, Гриченко. Ну, а мы смотрим повтор еще раз. От этого навеса Черновой и хорошего удара Беспаликовой. Головой Симоновская забегает. Сочнева смещается в центр. Пробивает поворотом. Ну, получился такой удар. Ух, какая ошибка от Алексюк. И теперь, возможно, наказание Ангине. Что, неужели положение вне игры? Первая на мяче, и уже нет никого офсайда. И она снова убирает и отдает место удара. Пас на... Хорошо уходит от Останковой. Подает, и... Хорошая была подача, и в хорошую точку мяч пришел. И вот так вот Гриченко приходится складываться. Ангине спину ставит. Вот так вот и такую борьбу она может выиграть. Не только на скорости. Попыталась Дегурова прокинуть, но Дегурова, конечно, сегодня в общем и целом. Видим мы Максима Зиновьева. Он уже отбивает там, набирает его команда 3 очка. Ну и Ольга Порядина, да, который, наверное, очередной. Да, уже дальше после этого, конечно, свое взял опыт, мастерство. И повторюсь еще раз, что для вас комментировал Иван Канаев. Смотрите большой футбол, смотрите женский большой футбол. И до новых встреч в эфире.